Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, мы продолжаем свое прохождение Alien Isolation, это у нас второй заход, ссылочка на плейлист с этой игрой и другими в описании, там плейлист на хорроры большой и так далее. В общем, так, чё, мы ж подали, подожди, мы ж тут подали вроде, всё, не? Мы же дочитали, подожди, мы читали, мы подали же напрягу подали, погоди, что-то я не понял. Так, мы закончили на том, что я подал напряжение, и неужели я не подал? Нет, подал напряжение. Подал напряжение. Так, там был код у нас. Там был код 0340 вроде бы. 0340, да, 0340. Возвращаемся. Так, я тап путаю ску. Нормально, вон в ту дверь 0340. Так, держим в голове. Держим в голове 0340. Давай, 0340, 0340. Да, свет тут вроде как. Я не пойму, не понял. Он такой же был или что? Пофигу, идем. Пофигу, идем. 0340. Ага. 0340. Еее, что у нас тут? Что у нас тут? И да, ребята, я не смог победить игру в плане захвата изображения, поэтому, ну, неприятные моменты вы будете видеть, когда я делаю скриншоты. Да. Иначе превьюху не сделать. Так, сенсор. Взяли какой-то сенсор. На Q у нас его нету. Так, и это все? А, нет, еще аптечка. Получен чертеж. Чертеж аптечки. Прогресс. Зажать, создать. Давай. Йоу! Йоу! А чё так тяжело? Так, подожди. Так, сюда нам. Ага. Это, ага. Клей. Ага. Нажмите здесь, чтобы создать. Так, 10 хлама. Ага, ага, ага. С помощью аптечки можно частично восстановить уровень здоровья. При ее применении необходимо действовать очень точно. Так что позаботься о том, что у вас не было времени. Ну, понятно. Понятно. Предмет создан. Получено достижение, цель выжить. Аптечка есть. Так, я понял тебя, игра. Так, еще хлам вижу. Ну, понятно, здесь только чисто нычка. Только чисто вот эта маленькая нычка и все. Ну и чертежик, естественно. Блин, темень страшная вообще. А какое у нас задание? Найти помощь в космопорте, пройти терминал на... Так, тут закрыто. Тут закрыто. Я ж подал энергию, погоди. Или не до конца? Нет, не до конца восстановил энергию. Короче, значит, сегодня мы восстанавливаем энергию. Вообще, я это пишу в видео сразу практически, как то залил. Ну, просто интересно, но не могу, знаете, люблю я такие игры. В смысле восстановить подачу энергии? Ты угораешь? Эй. Нет! Нет. А куда? А куда? Погоди. Погоди, куда? Так, там что-то по бокам заныкано. Что я по бокам заныкано? По бокам что заныкано? Обновить карту. В смысле? В смысле? В смысле? Да не трогай ты аптечку, уберись ты. А-а-а, я куда-то залез. Так, погоди. А, ну я обновил карту, но я теперь пройти почему-то не могу. Подать энергию. К двери. Вот дверь передо мной. Восстановить подачу энергии. И не получается ничего. И ничего не получается. Погоди, погоди. А что игра-то от меня хочет? Может, какой-то переключатель, блин, я не знаю, здесь находится где-то или что. Это я вижу сохранение. Может, что я могу нажать еще? Да ничего, вроде больше нажать не могу. Так. Давай, 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 запускайся. Запускайся. Личное общение, аудиоутилиты. Так. Подожди, Сиксон говорит до свидания. Объявление. Вывод станции Севастополь из эксплуатации. Вместе мы преодолели длинный путь, но, увы, он подошел к концу. Компания Сиксон благодарит всех, кто жил и работал на станции Севастополь. Надеемся, мы смогли сделать ваше пребывание здесь приятным и продуктивным. Мы много сил вложили в эту станцию и всегда верили в ее потенциал. Система Apollo и Android компании Sixon продолжит работу, пока станция не будет полностью демонтирована. Мы желаем вам всего наилучшего. Севастополь — это не просто станция, это люди. Харрис, тренер, это Уэйтс. Возвращайтесь. Мы обнаружили причину в инженерном секторе. Космопорт надо изолировать и обесточить. Не забудьте про отчеты, чтобы придраться было не к чему. Когда все закончится, нас непременно спросят конец связи. Утилиты. Силовой щит D3 отправления. Восстановить подачу энергии в зале отправления. А! А! А!
Люди! Люди! Люди, стойте, люди! Люди! Тут есть люди! Тут есть люди! Короче, нужно было в утилиты залезть и нажать там. Во-во-во, подожди, там люди были, там были люди, люди были. Чё вы убежали? Куда вы убежали? Почему вы закрыли? Здесь чё? Аккумулятор, шприц, хлам. Взять все. Подожди, откуда они убежали? Оттуда убежали, из 42-го? Из 42-го убежали. Ладно. Нифига себе, я что, все открыл сразу за один раз? И даже тут посередине, и даже тут. Так, питание восстановили, все восстановили. Да, все восстановили, все отлично, все хорошо. Зал ожидания, все, идем туда. Идем туда. Блин, можете на превьюху взять. Вот так вот, может быть. Не уверен. О, какой пацан кайфует, сидит. Курить плохо. Вредно. Нельзя. Фу, бяка. Так, потрехило и все. Так, я там не пойду. Там, там провод, который меня током долбанет. А здесь закрыто. Твою мать. Опасный провод. Опасный провод. Опасный провод. Так. Не надо меня током бить. Не ударило, отлично. Отлично, слава богу, хорошо. Так. Здесь все передвинуто. Аполло. Tomorrow, no to give, future, left. Что-то там непонятно. Что тут случилось? Я вообще не знаю, дорогая. Я правда не знаю, что тут случилось. Тут прям, ну... Разруха. Так, elevator, gift shop, baggage claim, station, maintenance, space flight terminal. Нам куда надо? Пройти терминал, найти помощь. Ну, ладно, давайте осмотримся. Как-то громко музыка сейчас начала у меня в ушах шуметь. Ой, музыкальное сопровождение здесь, конечно, топовое. Прям реально стрёмно. Реально стрёмно только лишь от звуков. Дверь заперта. Так, что это? Нужен ионный резак. Ионный резак? Ионами режет? Это как? Осматриваемся, осматриваемся, осматриваемся. Я пока аптечку специально не юзаю, потому что фиг знает, что с нами произойдет в дальнейшем. Аптечка пусть будет. Даже пол хп еще нету, нормально. Так, здесь дверь, нужен ионный резак. Понятно. Вот я вроде возвратил электричество. Только что-то как-то, блин, нифига толком не видно. Так, здесь у нас не пройти, да? А ГГ у нас прыгать не умеет. Ладно. Судя по всему, нам нужно на лестницу. Только не на эту, а вон на ту. Вариантов больше здесь особо я не вижу. Ну, реально больше некуда идти. И вроде бы ничего тут не валяется. Блин, игра темная. Реально темная. Очень темно. Очень темно. У вас, возможно, будут квадратики. Хоть игра и в 1080, и все хорошо, и с битрейтом хорошо, но будут квадратики, это неизбежно, к сожалению. Ля, как красиво! Это наши! Это наши пацаны! Наши пацаны! Наши пацаны, нормально! Я здесь! Я здесь! Здесь Яна говорит! Громче говори, выйти на связь с Торренсом, сейчас выйдем на связь. Сейчас выйдем на связь. В смысле закрываешь? Твою ж мать! Я только чай взял в руку. Цедрый. Ой, хорошо. А вот это плохо. Я хотел скрин газового гиганта сделать, и мне все обосрали. Звуки просто... Жесть. Какие... Так, тут тоже ничего вроде разобрать нельзя, никак не пройти, никак не пролезть. Так, подожди, мы сейчас посмотрим, что у нас есть на верхней. Блин, вообще ничего не видно, вообще ничего не видно. Тут всю игру так темно будет, я буду бегать чисто по фонарикам.
Тут ничего не валяется, ничего подобрать нельзя, ничего вкусного нет. Идем дальше. Дальше идем. Так, сейчас будет поворот налево. Угу. И мы выйдем на ту лестницу и обойдем тут вот эту штуку, обойдем, которую мы пройти не могли. Не шуми так, блядь. Так, я тут ничего такого не вижу пока что. Блин, я восстановил подачу энергии, но почему ни хрена не видно, блин? Вообще ни черта не видно. Просто темень. И почему везде стоят эти щиты? Я не понимаю, они... Вот что это? Как это вообще поможет им? Нафига это здесь стоит? Ну да, тут вариантов-то особо больше нет, куда идти. О, аэрохоккей, что ли? Да, ну, пацаны, сейчас поиграем в аэрохоккей, чё нет? Чё нет? Опа, игровой автомат, бэк, форвард, джамп. Блин, а чё это за игра? Не знаю, чё это за игра. Так, эта кнопочка, наверное, восстановит всю энергию. А 2000 чё? Килоджи... А, ну это тот же. Так, использовать. Так, заводи. Заводи, 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 заводи. Как-то тут заводили, заводи, давай, 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 давай. Давай, рынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь. Давай, рынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь. Еще раз, рынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь. Еее, светло. Стало светло. Стало светло. Теперь так не страшно, мне больше уже. Теперь все светло. Теперь все светло. Не страшно мне больше уже. На самом деле страшно. Короче, фоновый шум нам дали, включили. На картаны. На картаны. Так, тут открылось что-то. Что-то открылось. Там нужен ионорезак. Там то... Мамочки, что это было? Мамочки, что это было? Я не хочу туда идти. Там что-то двинулось. Сраная лампа. Или это была не лампа. Или это была не лампа. Я не знаю. Я не знаю. Так, тут сохранение. Шахту вентиляции. Томата, кетчуп. Так, что это? Слушать. Начальник службы безопасности Уэйтс наконец объявил собрание. Но ничего конкретного мы так и не узнали. Он снова начал уклоняться от прямых ответов. И разъяренная толпа стала швырять в него все, что под руку подвернулось. Кто-то открыл стрельбу, началась паника, и служба безопасности силой выставила людей из терминала. А, бунт на корабле, понятно. Бунт на корабле, понятно, ясно. Можно было догадаться, бунт на корабле. Ясненько, так, потом сохранимся. Сначала почитаем, 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 почитаем. Это очень важно. Так, личное, кислород перекрыт. Зои, извини, но со следующей недели ты у меня больше не работаешь. Как ты знаешь, магазин давно испытывал трудности с финансами. Теперь у меня иссякли аргументы перед кредиторами. На Севастополь больше никто не летает. Дела идут плохо не только у нас. Судя по всему, станция приносит одни убытки. И от нее решили избавиться. Продадут на металлолом. Наверное... Я разговаривал с одним инженером, он сказал, скоро объявят официально. Это я тебе говорю для того, чтобы ты не тратила время зря и не искала тут другую работу. На Севастополе можно ставить крест, попытая счастье в другом месте, Харпер. Общее. Всем сотрудникам космопорта. Всем работникам космопорта. В целях предотвращения паники необходимо довести до сведения всех потенциальных пассажиров, что же я такой с носом, что в ближайшее время все рейсы со станции отменены и кораблей в наличии нет. Как только появятся новости о возобновлении полетов, мы сообщим. Распоряжение начальника службы безопасности Уэйтса. Так, хорошо. Что такое Аполло? Это суперкомпьютер, который управляет рабочими андроидами компании Sixen и обслуживает все каналы связи на станции. Где бы вы ни находились, вы в надежных руках. Sixen вместе с светлым будущим. Понятно. Понятно, ясно.
Прошу прощения, поперхнулся. Нос чешется обычно, когда что-то интересное происходит в игре. На первой записи вообще не чесался. Либо это под вечер у меня, я не знаю, как это работает. Либо когда я слишком напряжен, либо когда я слишком эмоционален. Не знаю. Так, нам нужно, по идее... Ну да. Тут френдов-то немного, погоди. Тут же мы все посмотрели, да? Ну давай назад. У нас сейчас что? Выйти на связь с Торосом. Торос разыскивает вас. Нужно найти на станции способ установить связь с кораблем. Понятно, ясно, что. Я одного не понимаю. Почему не было никакого фонарика с собой? Хотя бы что-нибудь взять. Можно было просто в иллюминатор вот так вот нажимать и морзянкой передать инфу. Если, естественно, ты ее знаешь. Да даже если не знаешь, просто светом в иллюминаторе вот так болтай этим фонарем. Или лазерной указкой. Ну это уже фантастика. Так. Не пускает. Не пускает. Там закрыто. Тут мы были, здесь были, внутри были, здесь были. Сохранялка есть. Это что? А, это мы почитали. Это мы почитали, да. Может быть, вернуться? Я резак-то не нашел. И он, резак я не нашел. А должен был я его найти вообще? Попробуем к той двери подойти. Может, когда мы подойдем, что-нибудь случится, она такая типа откроется. Но не факт. Не, ни хрена. Давай-ка, знаешь что, вернемся сейчас на то место, где мы обновляли карту. Где мы карту обновляли. Там еще вот есть точка, смотри, вот. Вот. Так что сбегаем туда. Как бы вариантов я не вижу. Пока единственное, что приходит в голову. Так. Проводок, иди в жопу. Это что такое? Странно. Так, карта. Ну и вот здесь что-то нажать можно. Здесь можно что-то нажать или что, игра? Нет, нельзя. Нельзя. Так, а если... А что если-то? Тут ничего не нажать уже. И куда вы мне предлагаете сейчас пойти? Так, спускаемся. Картаны. И давайте вернемся в ту комнату. Вернемся в комнату, где аэрохоккей. Осмотрим все еще раз. Может, там что-то валяется. И в эту комнату тоже вернемся. Должен быть где-то и он резак. Без него нам дальше не пройти. Блин, максимально стрёмно все это выглядит. Все перекрыто, что-то закрыто. Блин, включил свет, все равно темно. Да что ж такое-то, а? Вот свет включен, но все равно темно. Это вообще стрёмно выглядит. Он на превьюху пойдет. Так вот. О-о-о! Ужас. Так, и может я могу как-то с ними провзаимодействовать? Нет, не могу. Так, аэрохоккей. Fire. Во! Fire есть. No signal. Тут понятно. Понятно. Что это? А, понятно. Да не, ну погоди. Больше ничего? Fire сейчас использовать не будем. У нас он один. Сколько он работает, я не знаю. И... Ё-моё, я там тени испугался. У меня аж мурашки от спины до локтей добежали. Я аж, наверное, побледнел за секунду. Может, здесь что валяется? А здесь сюда вообще нельзя пролезть. Интересно. Так, ищем что-нибудь, что нам по... Взяли. Может, что-то пропустили, действительно? Сейчас всю стойку обойдем. И здесь еще посмотрим. Ну, то только сюда, да. Других вариантов я не вижу. Не, я знал то, что здесь вентиляция. Я же еще посмотрел на нее в начале. Но ничего тут другого я не вижу. Так, сохраниться пора. Пора сохраниться. Я просто сделал круг почета, можно сказать. Так, да. Все, готово. Ой, вентиляция. Не люблю.
Открываем вентиляцию. Так, закрыли. Вопрос, куда идти? Сюда. Ага. Ага. Пока фаер не нужен. Пока фаер не нужен. И так видно. И так нормально. И так нормально. И так нормально. А сколько станцию болтать-то будет? Вот только спросил, только спросил. Надеюсь, это потому что станция у нас двигается, дергается, а не потому что там кто-то пробежал. Конечно, конечно. Размечтался, Кисель. Размечтался. Так, идем дальше. Идем дальше. Что у нас здесь? Здесь тупик. Значит, нам туда. А если я их... Да, их болтает и болтает сильно. Стараемся не задевать их, а то я свои тени испугаюсь и орать начну. Так, лестница или что это? Ну понятно, наверх нажать надо. Вылезти. Где я вылез? Где мы, блядь? Я не понимаю, где мы. Я не понимаю, где мы, стой. А, теперь понимаю. Мы пролезли, получается. А где это? А где заваленная часть? Тут, что ли? Хрен его знает. Или тут? Похрен. Там, значит, где-то, не знаю. Я думал, Декстер. Так. Тут все на куски разваливается. Да, дорогая, да. Да, все на куски разваливается. Так, так, так. Лутик, думал, ты от меня уйдешь? Да, там, видимо, ничего нет. Так, вспомню коридор в Dead Space 1. Вспомнился. Это что такое? Ты кто такой, парень? Это робот, что ли? Вау! А что он делать должен? Ну, кажется, очень интересно, но нам бы здесь бы обыскаться. Нет, тут нифига нету. Значит, пролезаем. Значит, пролезаем здесь. Посоветуйте, кстати, хорроры в описании под видео. Спасибо. Вот наподобие Outlast, чем такое. Вот эта игра, как вот Alien Isolation, очень понравилась. Но она мне нравится, пока я не обосрусь здесь со страху. А потом все, нравится перестанет вообще. Да чё ж так колбасит станцию-то, а? Тихо. Так. Так. Все осматривай. Вот игры, где у главного героя нету... Твою мать, нельзя так меня пугать. Вот тут все просто дышалось. Забыл, как дышать. А это просто человек пробежал. Не молодой уже. Отъеду на запись. Кто ж потом УБС-ку-то остановит? Кто потом все это в сеть выложит? Ой, аж башка закружилась от такого резкого страха. Ой, я забыл, что это такое. Ой, давно я не играл в хорроры. Ой. А куда он побежал? Да как он так быстро добежал? Бегун хренов. Как так можно быстро добежать? Так. Так, почему тут у нас какой-то мешок на телеге? Не нравится мне это, не нравится мне это, не нравится. Судя по всему, там кто-то лежит. Да. You are in safe hands with us. Ага, я понял, да. На превью хочешь? Не знаю, может, хочет. Так. Карта. Выдача багажа. Где? Здесь? Выдача багажа где? А, это вот так называется это место. Выдача багажа, судя по всему. Так, осматриваемся. Да-да-да. Вот выдача багажа, все остальное. Осматриваемся. Осматриваемся. Какие-то графики, что это? А можно...
поближе. Да встань ты, пожалуйста, встань. Ты можешь встать? Спасибо. Так, взаимодействовать не могу. С чемоданом взять ничего из него не могу. С этого тоже не могу. Так, там у нас дверь, непонятно что. Вон там у нас зелененькая, нам, судя по всему, туда. Ё-моё. А это здесь откуда? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, три. Ой, а тут что народу столько лежит-то? Наверняка впереди выход. Да, только необходим специнструмент и еще замочек открыть надо. Угу. Угу. Так, ладно, я видел то, что можно что-то прослушать. Ясно. Ясно. Так, здесь закрыто. А почему здесь закрыто? Что ты хочешь? Восстановить подачу энергии? Да сколько вам можно восстанавливать подачу энергии? Я уже все восстановил, в теме не хожу. Короче, нам в ту дверь. Вон в ту дверь, которая там. 100%. Инфа сотка вообще. Вообще сатен даю. Блин, реально атмосфера очень-очень пугающая. Ну тут еще прям подсвечено, куда идти. Спасибо, игра, я бы не понял, куда. Так, угу. Ну что? Может быть, ты превьюхой будешь? Ой! Так, сразу карта. Мне показалось, или что-то видел? Мне показалось, или я что-то видел слева? Показалось. Блин, давай пойдем посмотрим. Так, давай восстановим подачу энергии. Восстановим подачу энергии. Давай. Рынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь. Давай еще раз. Рынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь. Давай. Рынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь. Рынь-д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 ынь. Все. И неужели здесь ничего не лежит, то, что можно подобрать? Дайте мне волыну сюда какую-нибудь. Дайте мне чего-нибудь. Мне с ними не так страшно хотя бы. Потому что когда я без всего хожу с одним шприцом, который мне хп восстанавливает, и то в размере одной штуки, мне стрёмно. А еще у меня хлам есть в кармане, да. Буду хламом кидаться, класс. Дайте оружку мне. Я устрою тут дум. Так, инструмент опять нужен, говорит. Эти шумы, эти шорохи, все вот это вот меня раздражает уже. Слушай, ты меня тоже бесишь, давай, восстановись. Все, восстановились, все. А то пишет там, пишет, восстановите, 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 а меня бесит это. Человек, человек, быстро! Человек, блядь, открой дверь! Ты жив или чё? А что с тобой случилось? Ой, там прям следов много. Блин, а подожди, а как он так? Там же никого нет внутри. Там внутри никого нет. А что произошло? Я так понимаю, нам нужно попасть будет внутрь. Нужно попасть будет внутрь, да. Нужно будет попасть внутрь. Только где я резак возьму? Там была дверь у нас. Там, где выдача багажа. Мы к ней подошли, там было сказано, восстановите подачу энергии. Я это сделал, по идее, нам нужно будет сейчас вернуться туда.
Страшно мне, что пиздец. Пипец, как страшно. Я просто не знаю, чего ожидать. Когда ты не знаешь, чего ожидать, и не знаешь того, что ты увидишь, это обычно страшнее, нежели когда ты это видишь. Из серии Maddox Outlast было. Типа, пока монстра я не увижу, я буду бояться еще сильнее. Хотя в разных играх по-разному работает. Так, нам теперь наверх надо. Во! 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 Энергию восстановили. Все, теперь там светло. Теперь можно... Ай, блядь! Сильно восстановили энергию. Так сильно, что даже лампочка не выдержала и решила нам тут поднасрать. Спасибо, лампочка. Минус нервные клетки. Так темно, капец вообще. Блин, а что так лампа хреново светит? Вот такую... Блин, она же мощная должна быть, по идее. Тем более из будущего. У нас обычная такая светит хорошо. Осматриваемся. Осматриваемся! Ноябрь 2137 года. Там что-то написано или... Я сейчас чисто осматриваюсь. Чисто осматриваюсь. Чисто осматриваюсь. Спрятаться? Почему так громко прячешься? Блин, очень громко прячется, очень громко. Это может быть тише? Даже ты можешь как-нибудь потише это сделать? Нет, это в любом случае будет громко. В Outlast этого не прокатило. Не прокатило бы. Я сохранение вижу. Я тут еще пока побегаю, посмотрю все. Так, там следы плохие. Там плохие следы, там на Кекона. Здесь что? А здесь ничего, здесь связаться не... Это Тернер. Опять пришлось выгонять этого пьяного бродягу. Подонок чуть дверь не разворотил своим ломом. Он, наверное, думает, что здесь можно отсидеться. У нас и так забот по горло. Не хватало еще с алкашами нянчиться. Короче, посадил я его в камеру, пусть проспится. Отсидеться здесь? Ломом дверь? Вы что, угораете? Ломом дверь, серьезно, да? Против лома нет приема. Вообще. Даже в 2137 году. Против лома нет приема, да. Против лома нет приема. О, хорошее название, кстати, для серии. Против лома нет приема. И в тему главное. Так, понятно. Это все понятно, это все ясно. Сохраняемся. Сохраняемся. Долго. Долго. Угу. Специальный инструмент, который хрен знает, где вообще находится и будет ли у нас когда-нибудь, тоже непонятно. Так, ну наследили тут конкретно. Наследили прям сильно здесь. Нет, мы такие штуки будем обходить. Будем обходить такие штуки, ну нахрен. Черт. Начинается страшно. Начинается страшно. Давайте, знаете, что я думаю, друзья? У нас сохранение, получается, на той точке осталось. Давайте-ка мы на том моменте, точнее, на этом-то и продолжим, потому что тут начинается какой-то интересный движ, а название «Против лома нет приема» мне слишком нравится, чтобы не назвать так серию. И мы уже примерно 35 минут, да, так что, в принципе, я думаю, нормально, нормально. 35, 40, 45, 50, выше уже могут быть проблемы в плане воспроизведения,
чтобы человек просто сел и смотрел, как игра и все остальное. А вот 30-40 минут идеально. Так что, друзья, на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за ваши просмотры, за ваши лайкосики, за ваши подписочки. Эту игру будем проходить, естественно, будем проходить и да пройдем ее. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видосами касательно данной игры Alien Isolation. Еще плейлист с хоррорами, где исключительно хорроры. И там эта игра также будет находиться. Ну и, естественно, плейлист со всеми играми в плане прохождений на этом канале. Ну и ссылочки на социальные сети. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра. До встречи.